Биомутант. Как может что-то настолько прекрасное умирать? Земля гибнет под натиском заразы, но древо жизни стоит по-прежнему. Вопрос в том, надолго ли его хватит. Новому миру приходит конец, племена разобщены, и нужна сильная рука, чтобы объединить их или привести к гибели. У этой истории было необычное начало. Будем надеяться, что и конец получится необычным. Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в игру, которая только что появилась в Steam. Называется Биомутант. Она, не знаю, я только увидел трейлер, я сразу понял, что я хочу в нее поиграть. Неважно, когда она выйдет, я просто очень хочу поиграть. Поэтому мы с вами начинаем прохождение этой игры. А насколько большое оно будет прохождение на моем канале, будет зависеть только от вас, от ваших лайков и, конечно же, комментариев. Добро пожаловать в игру Биомутант. Какая милота, даже озвучку сделали. А давайте сейчас я пока поставлю на паузу, да, и поставлю максимальные настроечки по-быстрому. Хотя я пока болтаю, все это мог уже сделать. Так, так, видео, сейчас вернусь. А мы начинаем. Аля, какой мы классный. Зашифруй свою ДНК. Так, что я должен сделать? Итак, примала. Развита антроморфная раса, обладающая большим проворством. Ой, я читаю, конечно, ночью классно. Эти гибриды в результате мутации стали быстрыми и ловкими. Правда, интеллект подкачал. Так, а кого мне выбирать? Кто не знает, вот давайте я и буду читать, кто из них что делает. Я просто посмотрю на статы. Быстро, этот умный очень, смотрите какой. Этот у нас что умеет? А этот у нас с харизмой хороший. Хейло у нас... Что у нас Хейло? Хейло у нас... А, очень живучая. Этот... Блин, ну давайте обычно. Знаете, такие странные все. Вот этот такой классный. Вот этот. Вот такой, как будто боевой парень. Что он у нас делает? Ага. Харизма и удача. О, интеллект, зато тупой. Прям как и я, весь меня. Сейчас я подумаю и решу. А, знаете, ребята, я подумал, вот я выберу Далдона, потому что это что-то серединка. Вот у него это вот середина. Такая вот среди всех классов, поэтому я выберу его. Что-то у нас? Генетическую структуру. Так, я теперь должен выбрать свою генетическую структуру. Вопрос. А, вот как она значит. Так я посерединке неплохо вроде был. Так, смотрите, какой я могу. Большой, широкий, маленький такой. Смотрите, качок, смотрите. Смотрите. Блин, я так посерединке неплохо был. Блин, а что посерединке-то делать? О, смотрите, какой... Блин, как все сложно. Мне кажется, без гайда какого-то просто на рандоме нажать, это, конечно, будет лютая ошибка. А вот зная себя, я вполне могу накосячить так. А знаете, что заметил? Короче, если взять эту точку и отнести только в одну силу, видите, сила вырастает практически на 100, а интеллект остальное, ну, максимум 14. То есть... Ну, больше от 10 до 14 в минус уходит, да, мы теряем, но при этом
ну, если поставить как-нибудь... Смотрите, если поставить где-то мало совсем оценок, то много теряем. Если мы бахаем в сам... Ну, то есть очень сильно, допустим, я очень сильный буду, да? Ближний бой очень сильный, а остальное потеряю всего по 10%. Но если бы мы от центра совсем чуть-чуть уйдем, то есть чем больше уходим, тем... Ну, то есть совсем капельку гибридом не станешь, как бы. Вот. Ты очень-очень сильно даже потеряешь, мне кажется. Хотя, ну, давайте вот как-нибудь так. А тут я нажал случайно, и мне вышла вот такая, видите, ровно, ну, между силой и живучестью. И оказалось, что я вообще практически ничего не теряю. Так что я, так и буду я, вот буду живучим и сильным. Выбери генетическую особенность. О, еще я так должен сделать, господи. Бедные новые игроки, типа меня, которые должны все это выбирать. А если случайно опять нажму? Что это такое? Вот что это? Что это дает? А это я не знаю, в чем вот разница? А, это, наверное, стихии. Блин, я хочу быть каким-то очень стихийным между землей и огнем. Нет, не хочу. Хочу, чтобы огонь был большой. Вот сюда 10, 6, 5, 5, что-то серединка какая-то. О, огонь и радиоактивность. У-у-у. Жар. Блин, ребята, я не знаю, что мне делать с этой бедой. Вы знаете, что делать? Давайте вот. Пофиг, давайте вот здесь будет середина золотая. Вот. Я вот не знаю, что делать, я буду посерединке. Выбери стиль меха. Я еще должен стиль выбрать, вы серьезно? Что мне даст стиль? Просто. А, просто ничего не дает. Первый раз в этой игре мне что-то ничего не дает. Я буду вот такой маленькой, красивой киской. Выбери все. Основной цвет. Эта игрушка явно сделана под девчонок, по-любому. То есть можно... Господи, бедные девчонки могут полгода в них сидеть. Выбери цвет отметин. Да каких отметин? Ёп, макарёк. Если буду красный. Буду полностью красный. Нет, я буду такой жёлто-красный. Я вообще прям вырви глаз. Класс. Какой еще класс? Давайте играть. Хитрый, опытный. А это я стреляю. Пси чистота. Ребят, то есть мы с вами сделали сильного, то есть, о, допустим, мегамозг мы не можем брать. Во, помните, мы сильные, да? Во, вот это, мне кажется, по броне увеличится. Вот, а у нас, помните, у нас много силы и живучести. Блин, я бы сейчас... Если вот я знал, что мне нужно будет класс выбирать, я бы, наверное, ну, как бы, другого бы сделал немножко воина. Я урал стража, короче. Хороший. Кого воевать? Итак, на W двигаемся, окей. Вот кто-то с непростым прошлым оказался в центре истории, которая шла своим чередом. Мы и так уже на перепутье. Выбор пути в жизни — тот самый момент, когда либо делаешь выбор, либо ты уже не жилец. Но для тебя это не просто перепутье, а час выбора, отражение твоей ци. Изначальной энергии, наполняющей все живое. Я выбрал силу и власть, если что. Я твоя темная сторона. Точнее, твой внутренний голос. Поверить не могу, что ты предпочитаешь мне вот это. Но я подожду, пока ты не перейдешь на другую сторону. Это? Я вообще-то тут. Позволь напомнить, мы с тобой две половины единого целого. Только я лучшая половина. Лучшая половина? Мой путь лучше и светлее. Свет помогает найти лучший выход. Лучший выход — это тот, который ты выбираешь самостоятельно. И кажется, мы идем в верном направлении. Угу. Аля, мы с вами адский демон. Ну что, куда нам? Темная сторона. Аура чуть темная. Так что куда нам идти-то? Пойдем налево. Наверное, и левое порой бывает правым. Тихо. Так, прыгать я научился. Что делать будем теперь? Истории о смерти и брошенных мертвых телах. Напоминание о том, что все мы подчинены природе и брошены на милость хищника. Так. Мясо... мясоеда какого-то.
Помнишь ли ты чудовище, уничтожившее твою семью, или предпочитаешь забыть о нем? Твой выбор был отвернуться от нашего мира и забыться в своем. А тем временем хищник набирался сил. Че это вдруг? Я ни от кого не отворачивался. Я... Оп, какой я желтенький, красивый. Ой, ёпт. Извиняюсь. Левт перекат. Опа. Нифига себе, я мастер-снайпер. Что это было? А, типа я умею... Теперь еще на пробел. Ого. Удар пантеры. Удар пантеры был? Кью парировать? Это блок ставит на кью. Ой, я пиздюков получил на кью. Ой, не смог. Давай, давай. О, отбил. А чего еще меня научат? Что это за удар такой? А, блин, пробел. Ля, какой мощный удар маленького мутанта нашего. Там не было по тазику гонять. Этой истории еще рано заканчиваться. Че это вдруг? Ну ладно. Я думал, я уже пиздюков ему дам. Братан, беги. Бля, какие мы. В щелочку залетели. Это бомба? Это мы в конце игры то сюда вернемся, что ли, не понимаю. Это было такое сочное начало, такое необычное. Побег — лучшее решение. Ты проживешь еще один день полной борьбы. Надеюсь, ты приготовишься, когда придет время. Итак, закрываемся в бункере. Сохранение. Что делать? Где-то что-то взорвалось. Хищник — не единственная угроза. С началом конца времен все живое начало мутировать, а древо жизни вянуть. Подойди к врагу, чтобы напасть на него в ближнем бою. Наведи камеру на врага, чтобы атаковать его в дальнем бою. Чтобы перезарядить оружие, нажмите на R. Цель что-то там расходуется. Так, на что это нужно было нажимать? Я хочу подраться, не стрелять, мне надоело стрелять. Пойдемте пизды дадим. А, короче, дерусь я на левую кнопку, я так понял, да? На правую я вот это пью-пью-пью делаю. Что происходит? Я замедлил время? А, патрончики кончились. Интересно, я все-таки выбирал чувака, который будет палкой воевать в ближнем бою. То есть там сила, выживание и все такое. Но при этом у меня чувак. Вы поняли, да? Ну, вы поняли, да, что он делает? Бля, ну ладно. Чел меня стреляет. Что у нас тут? Электрический модуль. Угу. Это дополнение к оружию. Прикрепи его к своему оружию дальнего боя, чтобы наносить больше урона. Окей, как? F, экипировать. Чтобы прикрепить дополнительное оружие, нажмите 1. Все, одел. А теперь я, видите, стреляю всякими модулями. Интересно. Так. Это аптечка. Такие сумки содержат предметы, помогающие тебе исцелиться. Ребята, если вы досмотрели до этого момента, напишите, пожалуйста. Эта игра перенесена с консоли и сразу сделана сюда. Время боя, то здоровье. Окей. Окей, взять все. Окей, аптечку можно использовать на единичку. Хорошо. Что у нас тут есть интересного? Что-то интересное у нас тут есть. Есть туалет. Она. Тоже всякие аптечки нашли в толчке.
Представляете, люди прорисовали вот такое целое помещение ради того, чтобы я сюда зашел и аптечку взял. А мне было по тазику гонять, это, да. Аптечка, руку вверх, это... руку вверх, все выше и выше. Окей, окей, как скажете. Все? Куда? О-о-о-о! Нефтяная жижа буквально повсюду. Многим она принесла смерть, но кое-кому удалось адаптироваться в новой среде и измениться вместе с ней. Эволюцию делать. Не сбой парится таки врагов на Альджи, да? Че я там, нормально все? Нормально, я его завалил, да, неплохо. Ну только что у тебя выпадет сейчас. Упавшего врага часто можно забрать предметы. Окей, 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 все, я понял. Я ж понял, что тебя все тут лутаться надо. Все, я залутался, я готов. А, помните, я убирал там радиоактивность, все такое. Прикольно. Там кто-то рычит. Ну что, готово, тварь? Ох ты, тварь. Блять, альт нажал. О, о, нет! А я тут при чём? Бля, патроны кончились. Прямо между глаз. И зарядись, брат. Брат, успел? Фу, нормально. Блин, а вот эти вот замедления, конечно, это интересная штука. Все, я забираю все. Оно все мое теперь. Я что-нибудь есть, у вас что-то валяется. Блин, мне нравится, как все это выглядит. Красиво. Красиво нарисовано. Или некрасиво, непонятно. Но определенно мне нравится, как все это выглядит. Шифтовать. Посмотри, шифтую, да? А у меня при шифте он быстрее бежать не начинает. Такое ощущение, что без разницы вообще. Шифтую я, не шифтую. Так, друзья, пошел у нас тут. Странно. Что, мы вот эту локацию нарисовали просто ради того, чтобы я здесь пробежал? Ну, вы, ребята, молодцы. Почаще рисуйте такие локации. Опа-на. Что здесь? Некоторые враги наносят большие щиты. Чтобы нанести урон такому врагу, нужно для начала разбить его атаками ближнего боя. Понял? Ух ты ж мать. Что за ближний бой? Вот это вот? О, все, вот это типа я, да? Тихо, я перезаряюсь, перезаряжай, брат! Давайте отхуярим ближним боем, а? Я же все-таки сильный чувак. Сука, на тебе. Получил. О, теперь у нас дали очки улучшения на таб, да? Второй уровень! Че, сосали, а, твари? Что, что с лицом, все в порядке? А? Взаимодействие. Все, я же говорю. Угу, это вам не было по тазику гонять. Так. Так. Нам нужно на таб нажать. Нажимаем таб. Система, карта, персонаж. Может быть не таб, а капс? Нет, таб все-таки. Таб, персонаж. Вот он. Да. И теперь мы можем. При повышении уровня ты можешь улучшить любой из параметров на 10. Выбери нужный параметр. Блин, а вы помните, да, что я там делал, да, там? Что я могу? Вот это вот. Силу, привет, конечно. Привет, громила. Здорово. Повышая уровень, ты получаешь очки улучшения. С их помощью можно разблокировать бонусы. Окей. Окей, ближний, дальний, окей. Так. Назад. Ну-ка, что я там пронажал? Итак. Кунг-фу. Так, выбери дальний бой или ближний, чтобы открыть первую особую атаку. Ближний, конечно. Выбери тип оружия. Удар без оружия. Так, что я теперь могу делать? Бить как-то в лицо. Что-то как-то это выглядит слабо, да? Смотри, что я там что-то я сделал. Этот забытый брык. Капля. Может быть, открыть первую атаку. Ну. Священный кролик. Сотрясающий землю. Вот эту хочу. Не, вот эту. А, так у меня всего одна открыта, ё-моё, что это? Я читаю, смотрю, что там у меня есть. Да, у меня тут всего-то одно есть. Окей. А,
Кстати, я еще должен сделать последовательность ударов. То есть это было... Что там было? Клик-клик-эф? Видите, а на F6 нажимаю. Клик-клик-эф. Ну ладно, пойдем смотреть, что там дальше. И так открывается смотри, дверь. Смотрим. Аварийный ящик древних. О боже. Находка. О боже. Теперь у нас есть орудие. Майно. Все, мы теперь... Ой. Теперь... Так. Скоро ты сможешь выполнять особую атаку. Доступные атаки отображаются на F. Окей. Вот, это особая атака, да? Понял. Ну-ка, инвентарь откроем. Это что такое? А, можем одеть или он уже одет? Сортировать по умолчанию. Скорее всего, одет, да? Я очень надеюсь, что открыто. Так, теперь мы бежим в обратную сторону. Что, друзья, что скажете? Что думаете? Как вам игра? Как вам начало? Как вам начало этой великолепной истории? Пока что ничего не понятно. Я так понимаю, что мы просто обучение пока проходим. Но эта пока... труба на вид не очень прочная. Используй клешнелом. Ага. Клешнелом. Забавное название, да? Ну что, я должен прыгнуть туда? Ого. Понял. Пора выбираться отсюда. Я серьезно. Все-все, мужчина, мы согласны с тобой. Клешнелом. Кроличный скок-скок. А два раза на пробел нажать? Понял. Короче, два раза можно пробел нажимать. Окей, бежим, бежим, я согласен. Вот этот двойной прыжок. А если один, то он сразу приземлится. Морки сбрасывают сгустки биоматериала, которые вырабатываются всеми их органами. Эти сгустки способны впитаться в любое живое существо, включая тебя, и изменить кодирующие цепочки клеток. Да? Что будет, если я хуёво, ну, получу пиздюков от них? Бля, не успел. О, увернулся, да, Лис? Это тебе пригодится. Что пригодится? Я тут дрался. Что мне пригодится? Это биоклякса. Поглощение биоклякса позволит открыть новую мутацию. Окей, все. Я ничего там не пытался. Я просто пизюков разовал. А что он там лежит такое? А, понял. На самом деле, какое-то странное обучение. Можно было как будто бы и не обучаться этому. Ну, игра, знаете, такая необычная, очень необычная и очень классная, мне очень нравится, если честно. Да, хотя мне многие игры нравятся, но что-то, вот правда, что-то в ней есть. Что-то такое, что манит, что заставляет играть в нее. Так, только единственное, что очень много вот этих помещений, которые... Таксанол строил так называемые ковчеги, чтобы спастись от надвигающейся гибели. Но, похоже, было слишком поздно. Из бортового журнала на оставшемся ковчеге мы знаем, что остальные отправились выше неба. Кажется, те, что были до нас, надеялись, что там смогут найти новый дом для своего вида. Короче, наши свалили, мы здесь одни остались, мы особенные. Мы спасем эту планету и этих людей, в принципе, целиком. Так, что это такое? Это головоломка. Они разбросаны по всему миру, окей. Чтобы переключить все другой узел, WS, окей. Повернуть QE. VS, QE. Осталось всего пара ходов, соберись. Ой. Я думаю, можно крутить сколько хочешь. Что, нельзя было так вот так вот, как сколько хочешь, такой крутить, типа. Нет, так не прокатит. Ой. Еще хочу. Так, получается, бля, не туда. Так же, да? Ну, вот так, да? О, мутик. Давайте мутик смотреть. У нас
нас мало данных о цепи событий, которая много веков назад привела к апокалипсису. Но все же ясно, что мир не был готов к тому, как бездумно корпорация Таксанол с ним обойдется. Их горнодобывающая и ядерная промышленность производили тонны отходов. Эти отходы, не задумываясь о будущем, свозили на свалки, пока не закончилось место. Именно тогда они совершили большую... Все как в жизни, да? Они начали сбрасывать токсичные отходы в гладь недалеко от побережья, рассчитывая, что со временем они начнут разлагаться. В целом так и вышло. Но никто не был готов к тому, что случилось. Когда отходы попали в гладь, радиация начала действовать на морских обитателей, вызывая у них причудливые мутации. Это очень сильно повлияло на биоразнообразие и всю экосистему. Мир, каким его знали древние, рухнул. Природа отомстила им. Он никогда не будет прежним, а то, что от него осталось, теперь принадлежит нам. Ну вот, мы с вами, друзья, узнали часть истории. Что произошло здесь? Это уже интересно. Убраться из бункера. Ну, давайте выбираться из бункера. Посмотрим, что здесь будет, что нас ждет далее. Когда наэлектризованный металл начинает стрелять, добром это обычно не катит. Звук идет из-за той двери. И знаете, что вот вроде бы обычное название, да? Предупреждающая табличка. Эта коробка выглядит так, как будто способна поджарить тебе мозги. Смотрите, наш персонаж, ну типа нашему персонажу, так, а вдруг, а если бы он был бы умным? Вот, интересно, если бы больше было бы больше интеллекта. Чтобы закоротить эту дверь, придется поработать мозгами. Осталось всего пара ходов, соберись. В смысле? Вот я же все сделал. Игра, соберись, ты игра, соберись, я это все нормально сделал. Осталось пара ходов, у меня все в порядке. Блин, если бы я знал, я бы мага сделал. Ребята, если вы поставите нужное количество лайков, я обязательно сниму продолжение, но только на маге. На маге, еще магом быть. Так, идеальная контратака, оглушает врагов на Q, окей. Похоже, этому колесному нужна помощь. Ты сможешь? Да, без проблем. Весь мир в труху. Кому, блядь, помощь нужна, я не понимаю. О, знаете что, чем меня удивляет эта игруха? Я жму атаку, ну, обычную атаку свою. Эта тварь вот-вот откинется. Кто откинется, блядь? А, вот он, пацана моего убьют, сука. Пацаны, откинитесь, а? Отбитесь от моего пацана, а? Я сейчас с ним поговорить, блядь, хочу! Сука. Это были последние. Давай поговорим с колесным, пока не подоспело подкрепление. Да, я с радостью, я сейчас только залутаюсь тут немножко. Подожди, сейчас. Подкрепление-то подкреплением, а вот с них лут это делает. О, таблеточки какие-то, нормально. От головной боли, наверное. Кто бы мог подумать? Что с него столько лута, с них упадет. Хорошо залутались, неплохо. Блин, игруха такая. Такие звуки. Вообще классно продумано. Пока что. Не более. Так. Братан, рассказывай, что случилось? Говорит, что хочет отблагодарить тебя за помощь с падальщиками. Голос тебе знаком, но ты никак не можешь вспомнить откуда. Он зовет себя Ужескис. Ясное дело, Ужескис, но все еще годный кое к чему. Он, похоже, не удивлен, что ты его не помнишь. Времени-то сколько прошло. Но та ночь изменила все. Ой, хитрецы, так заманивают в игру, ой-ой-ой. Он слышал, что одноглазого Ронина видели за великой стеной, и рад, что эти слухи оказались правдой. Легенда про одноглазое дитя, выросшее в изгнании, старая и грустная. Это дитя могло быть кем угодно,
но зло, от которого оно сумело бежать, оставило приметный шрам на память. Какой шрам? Повязка у тебя на глазу. Под ней же шрам? Но и с ним он бы тебя узнал. Ведь ты вылитая твоя мума. Мама, что ли? Нет сомнений, что ты и есть то дитя. То, что Люпус Люпин сделал с твоей деревней, это с твоим тот, который... капселем, и стало началом конца. Он говорит, уж больно много времени тебе понадобилось, чтобы вернуть прошлое в настоящее и найти дорогу сюда. Но он благодарен тебе за это. Ну уж извините. Вскоре после нападения союз распался. Советский Союз. По-любому Советский Союз. Разрушение старой деревни и твое исчезновение посеяли раздор между семьями. А потом брат пошел на брата, и это стало началом. Ты что, получается, я не обычная зверюшка, я какая-то зверюшка, которая еще и держала всю деревню вместе, чтобы они не воевали. Он надеется, что хоть древо-то ты помнишь? Я нихера не помню. Я себя не помню, а вы мне... Так, у меня новый друг, окей. Темная сторона. Блин, вот посмотрите на меня, я разве с кем-то мог быть? Никем я не мог. Так, я так понимаю, что мы с вами попали в какой-то шаолинский монастырь. Да. Мы теперь будем частью вот этого всего мира. Нас будет обучать наш мастер. Опа-на. Годендо. Спрашивает, как ты? Путь от деревни до сюда был нелегким. Интересуется, в курсе ли твоя мума, где ты проводишь время? Он думает, что это не так, а в тебе говорит обида. Нет ничего сильнее муминой любви. Боже, эта игра так вообще не знаете, что 0+. Он понимает, зачем ты здесь, чтобы увидеть их, картофанов. Картофаны или Ноно — это настоящее чудо. Они как-то связаны с этим деревцем. Не могу, это просто жесть, перевод какой. В этом есть смысл. Энергия ци. Ребят, если вам нравится перевод, а он вам по-любому нравится, поставьте лайк. Ноно прячутся в блеск траве. Он предлагает отправиться туда и поворошить ее. Может, это заставит хоть одного выйти из укрытия. Жесть, конечно. А чё я внезапно маленьким каким-то стал, кстати? Это что, я типа вспоминаю детство или что? Смотрите, я маленький. Да я такой сейчас дошло, я же маленький. Помните, я же не такой, я немножко другой. То есть мы с вами вернулись как будто бы в детство, да? Блин, как-то попасть, я надеюсь, туда бегу. Что скажете, как вам игра нравится? Блин, что-то от этих названий, вот эти вот, как комментатор рассказывает, как будто вот такое впечатление, как будто травка, все будет мазаться. Такое впечатление, как будто игра 0+, вот, понятно для кого сделана. Такая добрая, милая, хорошенькая такая. Давайте с вами поворошим траву. А как поворошать? Какую кнопочку? Ой. Ух ты, можешь гордиться, но оно не всякому показывается. Энергия Ци-Ноно — это как раз то, что нужно Пенсаю, чтобы завершить цикл развития и стать древом жизни. Это покажет лишь время. Но он намерен посвятить этому стебельку всю жизнь. Он чувствует, что от этого зависит судьба нашего мира. Но стебелек, я понял, это то самое древо. Чтобы росток превратился в древо жизни, его придется долго подпитывать. Он будет хорошо расти только тогда, когда Ноно сольется с древом воедино и выплеснет поток энергии Ци. Он даст тебе свою сеть, чтобы поймать Ноно, но он просит тебя действовать аккуратно,
Но чувствительные существа, воплощение изначальной энергии ци. Вот, значит, наше дерево, то есть это дерево еще и мы сами посадили, да? Сачок получен. Сейчас мы... Он впечатлен тем, как ты управляешься с сетью. Как будто ты с рождения этим еще занимаешься. Бы. Я с детства с очком тренируюсь ловить все он и все. Он будет благодарен за любую помощь. Ему понадобится постоянный приток ци в течение ближайших 20 дюже месяцев. То есть очень и очень долго. Он надеется, что когда-нибудь это древо вырастет достаточно большим, чтобы начать поддерживать мир. Сейчас тебе нужно заставить этого Ноно слиться с древом. Так, сейчас мы с вами побежим сливаться с деревом. А карта не открылась, поэтому мы бежим так. Ой, вот эта игра, конечно... Интересный отброс, ну как сказать, интересная отсылочка в детство, отброс в виду, что скачок в детство, это интересно очень. Даже на секундочку я подумал, игра прям такая, правда, 0+, добрая, милая и беззаботная, но очень красивая, очень красивая. Надеюсь, на консольках она тоже вышла, не только на ПК. Ты наше дерево, что ли? Это наше дерево. Теперь, когда ты своими глазами видишь связь Ноно с древом, у тебя не должно остаться сомнений. Трёстки звуки звал, как будто спеть захотел. С этого момента выращивание древа жизни из Пенсая станет его целью. Не только на благо деревни, но и ради всего мира. Невероятно, друзья, невероятно. Мы присутствуем с вами... Земля перестанет быть такой мирной, и даже твоя мума не сможет нас защитить. Покажите уже мою муму. Мне так мило говорят, что я даже по-другому говорить не могу. Я могу так говорить мило. Где мума? Покажите мне мою муму. Если ситуация не изменится, пожалуйста. Мы все обречены. Земля не очень прошу, ну пожалуйста. Индустриальной революции старого мира. Он говорит, что тебе лучше вернуться в деревню, прежде чем мума начнет тебя разыскивать. Ты молодец. У нее много забот. А еще ей и ее ученикам нужно отдохнуть. А вдруг мума это не мама на самом деле, а кто-нибудь другой здесь, в этой деревне? Вдруг мума это мужичок какой-нибудь, сенсей? Опа, мы вернулись. Он настоящий, кажется, да? Он потерял тебя ненадолго, но воспоминания не ходят. Это же он и есть. Это путь, по которому ты можешь пройти. Они вместе посадили дерево, и теперь он такой взрослый, а мы только сейчас появились, выросли как будто. Он помнит каждый день, когда он растил древо жизни, но теперь боится, что все его усилия пойдут прахом. Ничего, мы спросим, мы спасем наше древо. С наступлением конца времен. Записи рассказывают о разрушении и опустошении, которые принесла на эти земли корпорация Тексанол. Апокалипсис ознаменовал начало обратной эволюции, второго пришествия и нашего появления. Его приятель Гизмо занят работой над Мехтоном. Ему нужна помощь, чтобы победить слонофырка в конце западного корня. Угу. Фьють все еще чинит октоподы, чтобы сразиться с тинофырком, который обитает в самой глубине, в конце северо-западного корня. Так, как скажете, сэр? Ноко приручила Мьюта и готовится выступить против топофырка в конце восточного корня. О, это еще и корни от дерева. Губ, наконец, почти закончил работу над слизисерфом.
машиной, которая сможет свободно скользить по волнам глади до самого свинофырка. Он засел в конце юго-восточного корня. Так. Тухуай, олой, бобо, пауэк. Уже Скиз говорит, его друзья собирают силы, чтобы остановить мироедов. Каждый из друзей уже Скиза оберегает один из корней. Тебя ждет нелегкий путь, но он рассчитывает на твою поддержку. Его друзьям не хватит. Я не могу подвести человека, с которым мы вместе посадили дерево, который знает мою муму и помогает. Тебя, что если древо погибнет, нам всем не жить. Как я должен победить мироедов? Ну-ка. Друзья приготовили кое-что особенное для каждого мироеда. Мехтон, октопод. Он так уверенно говорит, что я не могу его подвести. Мы с вами, друзья, обязательно спасем этот мир. Мы победим всех. В любом случае, вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироедами. Ну хорошо. О, мой сачок. Уровень редкости аномальный. Сюжетное задание завершено, другой мир. Ох, как много на меня. Смотрите, дайте на меня посмотрите. Я же говорю, я совсем другой стал, совсем другой. Я теперь более что ли. Ну, у тебя получается. Нормально, я ломиком все сломаю. Быстрее всего выбраться через крышу, как они вошли. Веревка выглядит достаточно прочной, чтобы выдержать твой вес. Все нормально. Еще бы я такой маленький, я, мне кажется, везде залезу, везде пролезу, везде сделаю все, что хочу. Блин, красиво, как красиво. И знаете, что радует, что игра, ну, днем, дневная, светлая, вот, светлая. Не обязательно, чтобы она была именно ночная, ну, без ночи. Знай, красота. Что древо жизни умирает. Дни его сочтены. Без посторонней помощи ему не пережить природного катаклизма и нападения мироедов. Поэтому мы с вами, друзья, спасем их. Биомутант. Как говорится, пролог пройден. Ну что, друзья, вот она наша цель. Мы наконец-то узнали. Вот они мы, вот начало пути. И отсюда мы начинаем. Нажмем на М. Вот она открылась наконец-то карта. И как видите, да, на карте. Вот, кстати, карта не двигается. Хочу сказать сразу. А, не двигается. Двигается. Вот они, дерево наше. Вот они, корни. Насколько вы помните, что здесь вот одни обитают, здесь другие. В общем, давайте начнем наш путь. Смотрите, Якоб. Это люди, кто создавал игру. Рывок на Shift. Какие молодцы, что ребята вот так красиво оформили. Люблю, когда люди красивое начало делают. Указатель дает установку для лиц с альтернативными географическими способностями. Люди, которые еще придумали такую озвучку, сделали по языкам. Это им вообще отдельный респект, это огонь. Посмотрим. Блин, такие звуки сделал, кому-то в туалет сходил. Указатель находится рядом с интересными местами по всему миру. Указатель можно разблокировать с помощью кнопки взаимодействия. Можно перенестись к разблокированному указателю, выбрав его на карте. На М, ну окей. А, ну то есть телепорты, в общем. В общем, ребята, это наши телепорты. Мы их открываем и потом к ним можем легко ТП-шиться. Ну, мир, слушайте, вот я смотрю. Вот так вот. Я не скажу, что мир такой уж прям открытый. Он довольно-таки замкнутый. Хотя открытый. Видите, здесь я же смог пробежать. Значит, и туда смогу. Правильно сделать. Смотрите, создатели показывают. Красота. Спасибо огромное создателям. Спасибо, вообще интересная идея. Ой-ой-ой. Да что, нам уже драться надо? Бля, какой, сколько у него было? В 4-5? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, раз нас пошел мужчина. Это должно быть тот мироед, что отожрал ногу уже Скису. Чтобы его одолеть, нужно иметь пару трюков в руках. Мироеды с течением времени оставили массу следов на лице мира. Теперь я понял, почему их называют мироеды. Давайте на водичку посмотрим. Не посмотрим. Это не первая и не последняя деревня, брошенная им в таком виде. Давайте посмотрим на водичку сначала. Ну, скажем так, не очень сильно старались над водой, но зато над травой подработали, правда?
Так, давайте посмотрим, что там в деревне. Что случилось? Гляди, кто-то выжил. Как приятно видеть, что и такое бывает. Какой няшный. О, какой миленький, такой же, как я. Здравствуй. Он слышал рассказы о том, какие ужасы творят мироеды в других местах. Но никогда не думал, что кто-то доберется и сюда тоже. Твое внутреннее равновесие — это две половины, составляющие всепроницающую целостность. Время от времени ты сможешь проявить внутреннее равновесие с помощью поступков и выборов в диалогах. Мало кто ведет себя одинаково во всех ситуациях, а целостность складывается на кей. Он беспокоится, что если все так пойдет и дальше, спасать будет нечего. Знаете, я тогда выбрал темную сторону демона, да? Но я же буду всем помогать, я же знаю это. Не знает, что тебя связывает с этим местом, но что-то ему подсказывает, что ты по-прежнему следуешь велениям своего сердца. Хоть я и выбрал демона. Взаимодействие с пленниками и пси-святилищами дает пси-очки, которые можно использовать для разблокировки руки. Как бы то ни было, он нуждается в помощи и говорит, что... Я помогу. Я не смогу им помочь. Мы с вами, друзья, не можем пройти мимо. То, что в тебе по-прежнему есть искра света. И пусть даже... Тебе есть искра света! Видите, опять она. О, что не может больше. Мне что нравится свет. Что такого хорошего в свете? На него же смотреть больно. Смотреть на тебя намного больнее. Ты вечно они так забавно ругаются. А ты вечно делаешь вид, что личности тут ни при чем. Опа. Ну вот, я хотел быть демоненком, но как я буду демоненком, если я все время хочу помочь? Си очко разблокировано. Невероятная игра. Конечно. Как я пройду мимо? Как я не помогу человеку? Ой, не человеку, этому мужчине. Это опять уже скис. Наверное, он упустил что-то важное. Мне кажется, он теперь за нами все время будет. Давай рассказывай. Уже скис думает, что если ты собираешься сразиться с мироедами, лучше заручиться поддержкой одного из племен. И тут поблизости как раз есть два таких. Знаете, игра ведет либо какой-то огромной жести, либо она, знаете, такая, они правда, детская, такая милая, добрая, временами с драками. Она все равно при этом остается детской и доброй. Будто вот такая атмосфера, знаете, непонятности. Учти, такой. Что какое бы из племен тебе не приглянулось, добиться их доверия будет не так-то просто. Хорошо. Как скажете. Когда чудовища поднялись из глубин, Мириот решили, что с мироедами пора покончить. Кажется, что было бы логично встать на сторону Мириот, знаете, которые так сказка, стремятся маленькая объединить сказка, разрозненный мир. Добрая сказка, но детская сказка, но при этом как будто бы вот кнопочки нужно правильно нажимать. Так или иначе, предназначенное случится. Ну, как скажете, я не могу против вас пойти. Я даже сделал-то хоть и не... Племя Джагни всегда жило одним убеждением. Чтобы в мире воцарилось про племена. Равновесие, слабые должны умереть. Они верят, что для восстановления мира необходимо очищение, и хотят позволить мироедам свалить древо жизни. Но нельзя сказать, что объединение с Джагни — это зло. Судьба найдет способ исполниться. Видите, опять нам дают возможность выбрать между белым, ну, говорит, и красным. Кто-то должен нарушить равновесие и склонить чашу весов в пользу Джагни или Мириот. Я должен выбирать, да? От моего выбора будет зависеть уверен, будущее. Что шифу племен, в особенности племени Джагни, выслушают тебя и ожидают, что ты поговоришь хотя бы... План Джагни заключается в том, чтобы позволить мироедам уничтожить древо жизни. Они верят, что мир может спасти только полное очищение. А я не верю в это. Он будет ожидать тебя под древом жизни, если ты вдруг собьешься с пути.
Не, ну нам нельзя идти, это наше древо разрушит. Вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироедами. Ну все, все, хорошо. Мы с вами идем не к Джагне, это в любом случае. Мы идем с вами вот сюда. Дворец Шифу, Мириад или Джагни. А это что, или Джагни? Так, кто из них кто? Мириад, это Джагни. Ну, у Джагни нет смысла идти, потому что смысл нам идти к Джагни, если они хотят все сломать. Еще одна развилка. Должно быть либо туннель, либо моторный мост. Что же на этот раз? То есть еще игра нам... Ну, я еще пока не видел, в чем, как говорится, что показывает нам игра. Да? Игра еще не показала мне, что означает пройти направо или пойти налево. В прошлый раз, кстати, я пошел направо, налево, помните? А я в этот раз пойду направо теперь. Да я налево пошел, сейчас направо пойду. Посмотрим, что с этого выйдет. Удивительно, что еще сохранились естественные туннели вроде этого. Остальные почти все затопило. Так странно, что все-таки я билд выбрал стрелка такого, да? Ой, не стрелка, а ближника. А у меня все равно при этом я должен поближе... Ну, должен... Она... Еще немного, еще чуть-чуть. Вы мне бить, братья. А, черненьких надо бить. Окей, ну все. Третий еще уровень. Блин, только не говори, что всю игру озвучил один человек, пожалуйста. Надо по мне стрелять. А вы что, тоже хотите с вами подраться? Ну и пошли вы. Че, мы воюем? То есть таки воюем? Ну давайте. Раз воюем. Последний воин. Ломай кости. Я умею. Если на это нажму. Нифига себе ударчик. Вы видели это? Я ультанул. Сейчас нам еще раз. Где-то там, что ли? Они померли или не померли? Почему они воевали между собой? А почему я их раскидал? Я же на стороне одних был. Блин, я вроде был на стороне одних или других, я так и не понял. А вот итоге взял, раскидал обоих. Они там воевали между собой. Сейчас приду, скажут, блин, ты что там наших завалил, да? Давайте тап нажмем. Персонаж. Что у нас тут? А, еще, да? Я еще дам. Силка. Какая мощь! О, мы такие. Так, приди на вкладку мутации, окей. Очки био, очки пси. В чем разница? Мне по-любому рассказывали, но я так ничего не понял. Очки био. Био, 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 пси, 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 био, пси. Давайте пси посмотрим, что тут. Что. А, разница. Ладно, потом когда-нибудь пойдемте, короче. Когда-нибудь, если люди до поставят. До войны племен здесь были чудесные места. А теперь посмотри вокруг. Тут все опалено войной. Ну да, копы сделали. Посмотрите на них. К войне готово. Окопы, окопы, окопы. Поедем мы, помчимся на окоп. Столько локаций нарисовали. Посмотрите, сколько они локаций нарисовали, а. Давайте посмотрим. Только локаций нарисовано, да. И только ради того, чтобы я вот так вот бежал на скалу. Там 200 метров или сколько они там рисуют меня. Вот 150, да. И при этом ничего не происходит. Ни живности, никакой, ничего. Это крепость племени Мириад. Друзья они или враги? Иди к ним и узнаешь. О, это та самая телепорт наш. Телепорт, я помню. Хотел пописать сейчас. Он реально пописал. Мне просто раз, как будто мне показалось, что он писает. А на самом деле он не писает. Сейчас узнаем, друзья, они или враги.
мостик. К этой двери давно никто не подходил. Угу. Если отправишься туда, в твоих интересах произвести на них впечатление. Давай. Говорит, что они не доверяют чужакам. Шифу будет. У них война идет. Нет. Шифу будет рад меня видеть по-любому. Двери Шифу всегда открыты для новичков. Однако он предупреждает, что тебе придется вести себя прилично. Да, мы-то умеем с вами прилично себя вести. Сейчас мы покажем, как надо прилично себя вести. Ага. О, уже красивенько нарисовано. Вот уже это то, чего я хотел, кстати. Бля, какая мадама. Блин, это пацан. А похож на даму, извиняюсь. Племя Мириэт руководствуется принципами высшего блага и блюдет кодекс чести. Они верят, что объединение племен — единственный способ восстановить мир. Вы верите этому? Я верю, на самом деле. Шифу убежден, что победа над мироедами и спасение древа жизни — единственный способ сделать мир лучше. Я тоже согласен, на самом деле. Он приветствует тебя в форте Мириэт и представляется Шифу племени. Но он надеялся, что ты появишься. Весть о том, что зоркий Ронин вышел в поход и пересек Великую Стену через трещину в бункере 101, опередила тебя. Зоркий. Он слышал, что в бункере 101... Уже Скис не справился бы с грабителями без твоей помощи. Ты помогаешь ближним, и это то, что вас роднит. Он убежден, что твое возвращение имеет некую цель. Он рад, что ты здесь. Забавно, что бункер один. Может быть, мы вообще подопытные все. Он знал тебя еще детенышем и видит, что в тебе мало что изменилось. Может быть, нужно развалить дерево, чтобы открыть этот мир и узнать... Что вне Шифу этого говорит, мира? Что порой одно воспоминание тянет за собой следующее. Твоя мума придумала вунфу. Изначально там были приемы рукопашного боя и 6 видов оружия: бумеранг, сюрикен, лук, посох. Все слишком много болтает. Давайте это пролистаем. Говорит, что тьма нужна для того, чтобы свет воссиял и очистил ее. Обещает, что так будет, если ты поможешь. Я согласен. Он я мог за свет. Лишь надеяться, что ты сделаешь. Поэтому мы направо пошли, помните? И теперь он благодарен. Это признак силы. Конечно, я же силу качаю. Тут еще бы он сомневался, что ли, в этом? Ожидал, чтобы равновесие сместилось в пользу его племени. И теперь, когда ты на их стороне, он уверен, что ты сможешь объединить племена. Прежде всего, надо привести к присяге Джагни. То есть я сейчас в любом случае пойду на ту сторону. Здесь, чтобы исполнить некое предназначение. Так, ладно, давайте продолжаем. Так, обнимашки. А, это руки. У их племени нет выхода. Теперь они зажаты в угол. Даже тем, кто хочет мира, приходится готовить. Они могут принести им войну, но никогда не отберут их внутренний мир. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить ага. вызов Шифу противника в его крепости. Ага. Угу. Нормально. Короче, мне нужно пойти. А вот тот Джагни находится. Такой, какой маленький такой. Ты хочешь ему носик такой. Вообще, игра такая, знаете, вот такая... Ой, господи, что он сделал только что? Он был такой серьезный, а подпрыгнул и стал такой несерьезный. Хоть ты и не разделяешь их взгляды, они надеются, что ты будешь вести их, не забывая. Ладно, все, пойдемте воевать, хватит болтать. Когда расправишься с заставами соперников, ты сразишь... Они прошли точку невозврата. Ой, почему-то все, вот он вроде на белой стороне, да? Он вроде на... Мы вроде бы все, знаете, на одной стороне, да? Вот вроде на стороне светлых пришли, да? Беленьких. Но по факту он хочет сделать все то же самое, что хотят те. Единственное, что он не хочет дерево наше, древо наше сломать. Угу.
Он не хочет сломать наше древо, но при этом он хочет захватить власть на другой стороне вот силой. То есть нападение, ну как? Я приду, нападу, и мы, конечно же, повоюем. Вот, вот его власть. А по сути он делает все то же самое, что те. И пришел бы я к тем, те бы, не знаю, я бы с тем вообще поболтал бы еще. Мало ли, что я там пришел, поболтал с этим. Мало что интересного можно узнать. Ну что, друзья, что скажете, как вам нравится? Кстати, потемнело. В игре наконец стало темно. Ну, не знаю, не знаю. Очень, вот вообще не знаю. Ну, как так? Как так можно быть на светлой стороне, но при всем этом все равно пользоваться методами темной стороны? Бред какой-то. Полный бред. Ну, на мой взгляд. Я не знаю, как на ваш взгляд. Вы, кстати, напишите. Бред это или не бред, на ваш взгляд? Странно, вот я шифтую, да, я типа должен быстрее бежать. Вроде как. Так, куда мне идти-то вообще? Право? Прямо пойдем. Давайте пойдем прямо с вами. Это странно. Очень странно. Странно пользоваться методами. Кстати, спасибо большое разработчикам, которые даже в ночное время подсветили игру так, что она светлая, а не прям черная-черная. Этот цвет дает многое. Что за туннель там у нас внизу, не да, где-то? Ой. Как нам туда попасть, в туннель? А, вон туда нам надо спуститься вообще. Почему я не спустился раньше? Нам туда спуститься, вон туда вниз. А. Я балбес. Я коря побежал, да, вот этими туннелями вашими всеми. Нужно было там пробежать. Ладно, убежим. Кстати, игра создает, кстати, такое ощущение, что это открытый мир. Но пока что это не открытый мир. Пока что. Она создает впечатление. Но все равно она как будто замкнутый мир. Ох, сколько бегать. Я не привык столько бегать. Хоть уже... Ладно, бежим. Отправиться в родную деревню. Посмотрим, что там в нашей родной деревушке. Ой-ой-ой, это что еще такое? Берегись. Добрый вечер. Впереди бормоталки. Эволюция жестоко с ними обошлась, особенно с вонками. Они что, подеремся наконец-то? Ой-ой. Я на альту нажимать. Отличный выстрел. Блин, как так? Я застрял, сука. Я сейчас убью братья и сестры. Нет. Я ничего не виноват. Бабах. Бабах. Блин, а сейчас меня еще опять сейчас жарит. Ну-ка, на единичку надо нажать. Хилились? Да, хилились. Может пойти сблизиться и тюкнуть, стать, как вы думаете? Не, или стрелять так же, бегать дальше. Давайте постреляем, мы говорили. Бабах! А, то есть когда поворачивается спиной, лучше всего стрелять в него, да, я понял. Я опять и тут застрял, прямо в этом же месте. Тебе крепко досталось. Конечно, Че у меня не хилится? Не получается у меня хилить, то что? Вышло, что я вот два раза попал. О, сейчас мы отъедем с вами, друзья. Очень-очень невесело. То есть нужно было с самого начала вот так сближать дистанцию и вот так стрелять? Чего я так не делал раньше, никто не знает. Почему я так не делал раньше? Потому что я балбес? Потому что сейчас меня убьют. Меня только что убили, кстати. Друзья, неплохо, да? Начать с последней контрольной точки. Это, конечно, с нее начинаем. Я скажу, что это начало игры. Добрый вечер. Да я, конечно, счастливчик, да. Берегись, впереди бормоталки.
Эволюция жестоко с ними обошлась, особенно с вонками. Они облысели и скукожились. Да блин, как так-то, алло? Раз я лучше стреляю, да? Горячий металл. Кстати, простите, я извиняюсь, что молчу, но просто так вышло. Блин, так долго перезаряжает, это жесть какая-то. Неплохо, да? Че я первый раз так не сделал? Я первый раз так боялся, видимо, что у меня просто не вышло. Это, простите, кусточку дали. Че еще дадите мне? Может быть, хилок? Вот такой милый. Вы такая милота. Давайте на превьюху с вами сфоткаемся. Аля. Сота. Превьюха просто песнь. Почему я первый раз так не смог, а? Почему вот нужно было именно со второго раза? Неужели было не справиться? О, это моя родная деревня. Это место, где я посадил дерево, да? Время остановилось. Это вызывает покалывание внутри. Тут есть что-то необычное, притягивающее взгляд. Что-то необычное. Так. Во-первых, здесь есть место, где мы сейчас пописюнькаем с вами. О, хорошо. Посмотрим. Смотрели. Время здесь проходит, воспоминания меркнут. Порой ощущение меняется. Дело не в том, кем ты был, а в том, кем ты станешь. Эта история еще не... Эхо давно ушедшего прошлого, как шепот ветра. И снова мы возвращаемся во времена, когда мы были малёхо-хосенькими. Смотрите, какой маленький. Вот некто, кто просто живет день за днем. Это я. Спрашивает, как у тебя дела. Губ говорит, что у него все получается лучше, когда он оставляет неудачу позади. Он рад, что его хорошее настроение заразительно. Интересуется, где тебя настиг. Бывает страшно. Мне кажется, эта игра идеальна, чтобы играть с семьей. Ой, это меня учат плавать. Ты можешь плавать в мелких водоемах, которые здесь большинство. Но если вдруг окажешься на глубине, то начнешь медленно терять ци. А закончится, ты утонешь. Ля какое. Все, я выплыл. Так забавно ручками я хлестал. Он говорит, что это было не так уж плохо. Я чуть не утопил, маленький морж. Но тебе надо... Все, я буду стараться, я буду честно. Тебе нужно провести побольше времени на глади. Только так ты научишься плавать. Тут, да, буду пользоваться. Судя по тому, как смотрит твоя мама, у тебя что-то вылетело. Кто-то обещал с ней потренироваться до захода солнца. Пора на урок. Анторо, ты знаешь, смотрите, что это наша мама. Наконец-то мы ее встретили. Такая милота. Тебе все, что не убивает тебя. Она предлагает тебе встретиться. Как говорится, мы маму не подведем. Невозможно маму подвести. Мама, вот это мама. Еще кто-то из знакомых. У него много забот. Я думал, что мы попали с какой-то планеты там, а оказывается это... Ну, тут много таких, как мы. Представляете, если каждый ответ вот здесь вот людям влияет на будущее. Он надеялся, что ты сможешь... Он думает, что ты настоящий... Вверх на велосипеде, новое сюжетное задание.
Прикольно. Обыскать кучу мусора. Так, 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 так. Какой мусор? Где мусор? А, во. Где мусор? Мы шли к маме, но... Но наткнулись на... Оля, как мы копаем. Так, так, так. Блин, игруха, я говорю, знаете, она такая... Вот, 7+, да, вот, где-то вот такая вот. Ну, хотя, учитывая, что тут драки есть с монстриками. Ну, 10+, 9+, спрашивает, максимум. Какой хлом тебе удалось найти? Ладно, я отвечаю только самое хорошее. Ему-то все. Я тебя все время хвалю, потому что... Итак. Обычно вырабатывается база. Что-то я могу сделать. Жнебой. Получается создавать оружие. Сначала убери корпус. Окей. Плоская пила. А сколько у меня всего этих листочков? Я же могу выбрать какое-нибудь очень серьезное оружие. Вот, все. Железный блин какой-то. Это на меч похоже, да? Давайте нажмем. Ну. Не, никак, да? Что делать? Сходит. Боже мой. Можно как-нибудь за другим заняться, пожалуйста? Что, мой меч такой? Ну, тоже неплохо. Выглядит неплохо, но он не может... Почему какие материалы у нас он были говорит, такие, такой меч стал? Он говорит, что тебе не нужно оружие. Так, 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 все, давайте пролистываем. Похоже, нас что у нее мама просто сейчас, терпение. Мама сейчас придет нам и пиндюков ставит, поэтому ее нам лучше. Ты же знаешь, Калино? Что ж, я помогал другу, извините. Она считает, что тебе пора вырасти и начать думать. Больше. Вы заметили, что у нас мама похожа. Только приложить к этому все усилия. Мама похожа на нас. То есть, это, когда мы создавали персонажа, путь, он такой же. Но в этот раз... Я буду всегда за мамой следовать. Все, все, все готово. Ох, тренироваться с Мумой. Давайте сейчас нашего Муму найдем. У них решительный вид. Берегись. Походу, до Мумы мы не доберемся сегодня. Мать не могла меня с собой взять? И не двигаться. Спрашивает, куда это ты вообще, а? Он говорит, что тебе еще не поздно повернуть обратно. Давайте уже подеремся, а? Давайте я им накатаю сейчас. Спрашивает, ты кто вообще, по-твоему? Да никто. Все, давай воевать. Давай воевать, все, готово. О! Ах вы, муми-тролли маленькие. Сейчас я вам тут кританул. А, у меня еще нет всех скиллов, да? Мама, я тебя не подведу. Мама, все нормально. Это меня сжарили только что? В смысле, я же одного победил. Вот. Она спрашивает, с тобой все в порядке? Что случилось? Она говорит, что очень мило с твоей стороны о них по... Самое. Ну, игра, конечно, нечто. Нечто, честно говоря. Давай уже. Давай уже. Нас мама ждет. Ну, и с тобой пока добрались до мамы, уже день прошел. Уже несколько суток. Идем тренировку. Все еще хуже. Че, жесть, это же мама. Мама не будет вот специально. Вот некто близкий тебе по духу делает то, что умеет лучше всего. Папсель всегда так счастлив тебя видеть. Ты еще и папа. Заметьте, что у меня мама с папой похожа на меня. Невероятная игра. Куча белья. Пойдем бате поможем, а то батя без нас не справляется. Ой, так, еще тебе куча белья. Хотя, конечно, анимации просто сказка, но эти это что-то с чем-то, эти анимации. Ну и, конечно же, лучше, наверное, играть на джойстике, чем на клавиатуре с мышкой. Ой.
Так, сейчас меня папсель. Ему очень интересно, что тебе удалось найти. Так, чего у нас папа научит? Говорит... Папа обычно учит чему-то очень важному. Броне. Понятно. Жесть. Но его вкус, стиль да... Он знает... Мума, папсель. Я могу создать игры, конечно, вообще красавчики, что... Ну, явно видно, что люди работали вместе с переводчиками русскими. Ну, либо русские очень офигенно перевели. У нас мама драчунья, папа там... Вяжет, а баба этот махается. Он совсем недалеко. Все, мам, давай воевать, я готов. Ля какие. Цинь-пынь. Цинь-цяо и Цинь-пунь-сунь. Фильмы. Биомутант. Это все так мило, все так хорошо, да? Игра называется Биомутант. Может, поэтому она называется Биомутант, потому что все сделано из... биологических отходов. Ну, то есть у нас, помните, там кость всякая, там вот как мы сейчас меч собрали с вами. Скрепочка, да? И поэтому биомутант, может быть. Они как-то по-другому. Блин, название, конечно, говорит, что ты сегодня молодец. Мама, спасибо большое. Я заработал на вкуснейшие макарошки. Это бабушка покуривает, сидит. Так. Поймать... автоматон какой-то. Я его должен поймать. На Е нажать или на F? Хитро. Твоя мама говорит, что никогда не... Она рад. Вероятно. Он... Твоя мама говорит... Отдохни, пока вы слушаете, обретешь силы для все эти истории. Дня. Я, конечно, очень люблю истории, но игра прям слишком... Ой-ой-ой, это во сне. Ничто не остановит Люпус Люпина, который стремится раздуть мировой пожар. Или это наше деревья пытается сломать, пока мы маленькие. Бежим. Твоя мама уверена, что тебе нужно проложить свою дорогу. Обугленная ветка учится бояться огня. Не, ну так-то, а что нам бояться-то? Это была альта же. Мы пизды получили от этого, от досок. Ну, конечно. Ну, нормально. Последний разок и все. Неплохо. Нас пытается убить дом, а мама нас не спасает. Это потому что мы линь-пынь-синь и мума. Твоя мама говорит. Короче, наша мама сейчас этот чувак, я буду драться. А вот и оно. Прошлое, которое явилось тревожить настоящее. О, ох ты ж. Что, меня побить решил? У меня еще нет оружия, которое было раньше. Мне кто-нибудь ставинного восстановит? Сейчас пойду за маму. Вали от твоей мамы. Сука. Да ты чё охерел? Мама! 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 Опа! Уворот от мамы. Я Джи-Джи-Келлон. Бля, меня убили, кажется, только что. Поражение. О, я ещё должен маленьким чувачком сейчас буду дать ему пиндюков, оказывается. Да при том, что мы атакуем только на левую кнопку, прикиньте. Ой, офига, там нашу маму кидает. Так. Быстрее беги, брат, ты что так долго бегаешь? Блин, на самом деле, вот если сравнить с настоящим персонажем у нас, да? Ну, который основной, да? Ну, мы вообще очень медленные. Очень. Типа, ну, я вообще не могу ему уклоняться практически. Ой, эф. О, вы видали, да? Кнопку я нажал. Тебе придется пройти огонь и воду, чтобы меня не съедят сейчас.
Он меня поймал и кинул, а меня мама спасла. Твоя мама говорит, что у тебя все получится. Только верь, куда она, туда и ты. Кровь не водится. Ну я к ней поплыл, значит. Конечно, у меня все получится. Ты по шею сидишь под гладью. Не гони волну. Гладь течет куда хочет. Она приведет тебя к берегу, если ты отдашься течению. Нормально. Блин, мне кажется, сейчас нашу Му кто-то съест. И мы не доплывем. Ай. Что я должен сделать? Блин, а что я должен был сделать, я не понял. На Alt нажал, на левую кнопку мыши нажал. О, ну игрулька прям не могу, прям радует меня. Говорил я, что игра для детишек, но иногда кнопки, которые нужно нажимать, совсем не детские. Ну, увернулся. А, к маме снова должен плыть, да? Понял. А, и все равно нас потопят. Нашу маму убили. Может быть, мы сейчас пропадем с ней? Тем, чье сердце не теряет чистоты при жизни, не нужно бояться смерти. Частичка ее будет жить в тебе. Существо жаждет еще. Ничто не может сейчас ему помешать. Если пожертвовать собой ради другого, твоя жизнь не кончается, а передается по наследству. Жизнь должна продолжаться. Настоящая жертва делается из любви и желания помочь, когда остальные средства исчерпаны. Высшая проверка совести – готовность отдать все, что угодно, чтобы спасти то, что тебе дороже всего. То, что ты делаешь для себя, умирает вместе с тобой. То, что ты делаешь для близких, остается в их памяти. Это да. И мама, и папа. Когда блекнут и теряются воспоминания, спасая моего друга, остается лишь одиночество. Моего персонажа. Это не значит, что ты забываешь о прошлом. Просто знак, что нужно двигаться дальше. Ладно, друзья, давайте на этом мы закончим. А если вам понравится, вы поставите лайк. Если не понравится, то я сразу пойму и больше снимать не буду. Но если вам понравится, я сниму продолжение. Как-то так. На этой грустной ноте. Всем счастья, здоровья, любви. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Игра огонь.